Здравствуйте, друзья! Знакомьтесь, это наш гепард Герда. Историю Герды стоит начать с грустной истории о нашем гепарде Эчиль, которая умерла от рака за полгода до появления у нас Герды. Эчиль была цирковой артисткой, попала к нам в возрасте 10 лет. Пожила она совсем немного, но за это время мы очень полюбили ее. Дальше была боль утраты и несколько месяцев пустой вольер перед глазами. Ну а теперь начинается история Герды. Мы полностью перестраиваем вольер и начинаем искать гепарда. Это было непросто. Мы искали по всей России. О наших поисках знали, наверное, все, кто хоть как-то связан с большими кошками. Но все безрезультатно. Это понятно, ведь животное редкое. И вот как обычно и бывает, когда готов уже опустить руки, появляется предложение. Сочинский зоопарк продает 7-летнюю самку. Ценник, конечно, выше всех ожиданий. Но это единственное предложение. Решающим стало видео, которое нам прислали. Она, безусловно, нам понравилась. 2 недели мы терзались в сомнениях, и чтобы их развеять, я вылетаю в Сочи. Встретили, проводили к вольеру, зашли. Все, с этого момента у нас не было шансов не найти возможности забрать Герду. Она оказалась очень ласковой девочкой. Разрешила мне провести осмотр, и все это время мурчала, лизала мне руки. Я был влюблен моментально, но не забыл записать несколько видео для Маши. Отправляю их ей, и в телефоне буря эмоций. Еще до того, как приземлился мой самолет, Маша выслала на продажу часть нашего имущества. Не сказать, конечно, что не нужно, но жить без него можно. А пока все продается, занимаем у друга. Через неделю отправляю в экспедицию Машу и того же друга, у которого заняли денег. Леша, привет! Автомобиль не самолет. От Пензы до Сочи на авто сутки пути. Далее 2 суток переживания о Маше и заботы о Месси. И вот они приехали. Кошка сразу почувствовала себя дома. Это же почувствовали и мы. Ну а что было дальше, смотрите на канале.